Мест мало. По-моему, 1002, что ли, или 2,5. Все, я замолкаю, окей? Стоп, 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 стоп. Как вы спокойно сидите, когда мимо туда-сюда Ди ходят? Ну, если бы голос Макса мимо, который они сейчас пробегали, Макс, Крейзи Макс, если вы его знаете, я обожаю этого блогера, а больше обожаю... Сори. А если бы не голос Макса, я бы не узнала, я бы не обратила внимания, тут же народу мимо много ходит. А так как мимо меня 10 сантиметров пробегал Макс, я поняла, что вместе с ним угадали, да? Узнали, кто пробежал. Концерт начнется в 8 по местному времени. Так, на то она и репетиция. Все идет так, как должно идти. Репетиция, она репетиция везде. У Димаша и у не Димаша. Звук плохой. Я не знаю, как улучшить звук. Oh my God. Напишите, пожалуйста, звук сейчас хороший. Звук. Отличный звук. Определитесь, друзья мои, определитесь. Хорошая.
посмотрим, пройдет она или... Да не пройдет она. Но я рада тому, что сейчас Димаш дорепетирует, и у меня получится все-таки пойти переодеться. Хотя, честно, вот настолько, наверное, неважно, как я выгляжу в первый раз в жизни. Я пришла на предыдущее место дислокации. И кому не нравится, что я не пытаюсь снять Димаша, повторюсь, друзья, я вас всех очень люблю, стараюсь для вас. Если бы у меня не было в руках телефона, меня бы... Я бы прошла туда, посмотрела. Ну, сори. Очень хочется, чтобы вы услышали это. Божественный голос, звук шикарный, спасибо. На улице так слышно. Да, на улице так слышно, потому что, в принципе, мероприятие проходит на улице. Поэтому вчера из моего номера, в моем номере на 13 этаже было слышно, когда пробовали микрофон. Причем, если посмотреть...